Представители Федерации дзюдо Одесской области заявляют о попытке рейдерского захвата. И не кем-нибудь, а главным люстратором области и по совместительству главой конкурирующей структуры Константином Цхаврибашвили. В ситуации разбирался наш корреспондент. В Одессе назревает скандал с захватом не чего-нибудь, а целой областной федерации дзюдо. Об этом сегодня на пресс-конференции заявили сами представители Федерации дзюдо Одесской области. Рейдерская попытка захвата Федерации дзюдо Одесской области в очередной раз одним и тем же лицом, Цхаврибашвили КК, в очередной раз осуществлена она безуспешно и неудачно. Проблема состоит в том, что основным инструментом этого захвата явилась общественная организация «Иллюстрационная комиссия Одесской области», а также и то, что в эту ситуацию пытались втянуть власти нашего города, нашей области и правоохранительные органы Одесской области. Одним из факторов, подвигших спортивных функционеров забить тревогу, стал пост в Фейсбуке главы иллюстрационной комиссии Одесской области, руководителя одного из крупных клубов дзюдо Константина Цхаврибашвили. Он предложил главе ОБЛУВД Георгию Лорд-Кипанидзе возглавить единую федерацию в области. То, что я предложил Георгию Лорд-Кипанидзе, это у нас федерация, которая работает уже с 2008 года. Это организация, которая была зарегистрирована Одесская областная федерация дзюдо. Официальная организация, которая чистая. Там находятся люди, которые понимают, для чего они собрались. И к той федерации, которую имел в виду Леонид Борисович Раскин, я так понимаю, он сегодня сдетонировал этот вопрос. Мы не имеем никакого отношения. Однако Федерация Одесской области уверены, против них идет целенаправленная работа. Цхаврибашвили саботирует мероприятия, связанные с чемпионатом области. То есть он пытается говорить с кем-то из, скажем, людей, которые не совсем до конца понимают, их абсолютно немного в нашей федерации, не приходит сам и не приводит своих спортсменов на чемпионат области. Затем он, когда заявка проходит на мандатной комиссии на чемпионате страны, он ставит проблему, что его не допустили, что ему не объяснили. В свою очередь Цхаврибашвили заверяет, у него нет планов возглавлять конкурирующую федерацию, а конфликт носит иной, скорее, неспортивный характер. Видимо, что-то сегодня с политикой связано. Не исключено, это связано еще с тем, что мы как комиссия иллюстрационная работаем по всем направлениям, к нам приходят разные документы. Один из них, который пришел к нам, это касается горнолыжного завода, как раз где Раскин является учредителем. Он решил иллюстрировать не чиновника, не начальника какого-нибудь из таких мощных, серьезных управлений, не депутата нардепа. Он решил иллюстрировать президента Федерации дзюдо Одесской области. Лично меня. А почему? Ну потому что человек посредством этой организации занимается своим, опять же, наработанным опытом 90-х годов. Сведение личных счетов. Это называется. Вероятнее всего, конфликт получит продолжение. Обе стороны обратились в Федерацию дзюдо Украины. Александр Полуев, Алексей Филиппов, Игорь Казанжи, 7 канал.